Здравия желаю. Рептилоиды предъявили, что счетчик плохой. Перемеряем. Перемеряем по ватметру. Тоже систему запускаем. Вот ватметр. Видите? Итак, запускаем. Значит, так. А, систему показывал? Показывал уже 100 раз. 6 лампочек. Так. 6 лампочек. Моторы на 200 и на 600. Тоже показывал. Это сейчас к тому показывают, что они предъявляли, что ватметр. Вот ватметр. Вот ватметр есть. Китайский, правда. Запускаем. Так. Запускаем сначала. Я замеры уже сделал. Сюда вставляем. Возбуждение. И сюда. Стоп. И сюда, подождите. Это напрямую. А вот через реле. Как видите, эта система работает. Показывает 15,8. 15,9 ватт. Лампочки горят. Хотя тут показано 0,1 секунды, 0,4 секунды. То есть и по вольтметру все показывает как надо. Так что рептилоиды зря вы предъявляете. То есть пример сделан. Вот замеры. Сейчас покажу. Все уже замерил. Так. Вот она, видите. 143. Всего, значит. 343. Так. И 200 сразу отдает на лампочке. То есть 200 и еще, значит, 4 раза по 200. То есть здесь 200, еще 4 раза по 200. Так, 1 к 4. 1000. 1000 ватт получается. Но не сразу, а чуть время удлиняется. Потому что здесь работает одно время. Одну часть времени. А это свет работает 5 частей. То есть питание идет одну часть, а 4 части не идет. То есть здесь 1000, здесь получается 140, значит, 343, 143 плюс возбуждение увидели 15,9, ну 16 написал. Возбуждение катушки. Итого получается вот оно. 213 и 200, 413. Так, а тут 1000. 1000 делим на 413 и помножаем на 100. КПД 200, видите, 242%. То есть все, вот по ватметру. То есть вы счетчик говорили, что счетчик левый там. Вот ватметр. Тоже скажете левый. У вас все левое. Если подать, допустим, 15 ватт на возбуждение, если подать 30 ватт, то это будет 150 уже, потому что 5 периодов. Но зато выход будет где-то не 200, а 300. То есть будет больше. Но вот пока нету, я вот маленький выпрямитель вот нашел. 16 ватт. Можно и 30 подать. Будет больше на возбуждение, но больше и выход.
на 150 на возбуждение будет, а выход будет 300. Полтора киловатта. Вот. В итоге полтора киловатта, так? И траты, значит, где-то будет и здесь больше, 150 и 300, 300 траты. То есть будет КПД, значит, 300, так, и плюс это самое, 300, 600 и полтора. Ну, то же самое выйдет, если подать больше. Просто выход будет больше, а КПД также 240-250, то есть смысла нет. Заряжать тут 100 вольт, значит, выходит примерно. То есть вполне можно заряжать. Лучше ионисторы заряжать, потому что батарейки все скидывают, тяговые батарейки все таки долго заряжаются. Это здоровые батарейки. А ионисторы дорогие. Ну, то есть это показал, чтобы показать, что меряем, что по этому счетчику, что по ваттметру. Одно и то же получается. То есть замеры точные.